Ну что, мы сегодня опять покоряем РЖД. Мы все-таки пытаемся поехать на «Ласточке». Я так думаю, что это будет уже точно «Ласточка», нам подтвердили. Едем мы на Красную Поляну. Идет она 40 минут. Билет стоит 230 рублей на человека, но это на той «Ласточке», которая едет Сочи-Роза-Хутор. Если ехать на «Ласточке» Краснодар-Роза-Хутор, она дороже, по-моему, на сколько? На 100 рублей, сказали? На 100 рублей, из-за того, что она междугородняя. Так что... Плюс она места имеет. А, ну плюс она с местом, как бы, да, тут свое место. У нас не будет мест, но я не думаю, что мы будем стоять, что она будет полная. Поэтому вот такой нюанс. Об этом, конечно же, никто не говорит, но вот нам сказали. Вот, пока у нас есть время до «Ласточки», мы вышли вот здесь опять на ЖД вокзале. Сейчас покажу вам море. Оно сегодня почему-то какое-то мутное и грязная. Я не знаю, вроде как шторма нету, но вода совсем такая другого цвета видно. Вот, так что мы отправляемся через час. И я думаю, что если мы сядем все-таки в эту «Ласточку», в которую хотим, мы там покажем, как там внутри.